Привет, друзья! И сегодня новый выпуск «Кустарника», беседы с художниками. И я рада быть в студии у нового героя. О Косте вы можете прочитать, конечно же, в его соцсетях, и все контакты вы найдете ниже. Также подписывайтесь на канал и делитесь этим видео. Мне хочется, чтобы мы вместе с вами делали творческую миссию, еще больше людей узнало о замечательных мастерах своего дела. И сегодня я в студии у Кости Станового, скульптора, мастера по керамике. Костя, привет! Привет! Я тебя немножко застала врасплох. Во-первых, хочу сказать спасибо. Я знаю, что ты не всегда даешь интервью, и не всем. И я понимаю, насколько творческий процесс, он такой постоянный. И спасибо, что вообще дал возможность посетить твою мастерскую, посмотреть, как все это происходит, и, конечно же, пообщаться о творчестве. И давай начнем немножко. У нас с тобой есть одна общая тема. Альма-матер. Да, у нас есть общий альма-матер. И меня просто просили люди, да, подписчики, чтобы тоже был герой, который перешел из другой профессии отчасти. То есть не с 5 лет знал, что он будет художником. И ты заканчивал Бауманский, как и я. Да, ну я как бы Думал, что я буду художником, потому что у меня отец художник, и дядя художник, и мама рисовала. И все шло к тому, что я должен был стать художником. Вот художественная школа, но потом я устал от того, что это все было не то чтобы из-под палки, но как бы, понимаешь, да, если там в художественной школе преподаватели знают, что у тебя родители художники, значит, рисовал не ты. Вот. Ну и вот это вот все. И потом настало время поступать в художественный, и я сказал, что не буду. Вот. Не готов. И отказался от этого. Ну и поступил, соответственно, в Бауманский. Ну, интересно было мне, как бы, ну и один из лучших вузов, в общем-то, и которому я благодарен безмерно, потому что, как ни странно, в моем творчестве и как художника, и в первую очередь, наверное, как ремесленном каком-то, все это очень сильно помогает. Я представляю, что я делаю, там физику, химию, сопромат, машиностроительное черчение, все это, конечно, очень сильно мне помогло в моей работе, в моем творчестве. Как бы это ни странно было, но вот как бы моя основная школа – это Бауманский университет. Нет, ну это действительно не странно, я очень понимаю, отчасти потому, что мне откликаются какие-то моменты. Во-первых, научили учиться, да, мы немножко такие дифирамбы попоем, но это правда, как бы образование структурирует очень, да, и вот ты же работаешь с керамикой, это температуры, нужно понимать, как себя ведут пигменты, нужно понимать, какое идет взаимодействие материалов. Ну, да. Расскажи, пожалуйста, вообще, ты работаешь, ну, опять, я сейчас своим взглядом поделюсь, и ты меня, возможно, поправишь. Да. В технике, в которой, во-первых, она очень передает натуральную среду, то есть это керамика, которая может выглядеть как металл, как дерево, как камень, как натуральные материалы и являться отдельным арт-объектом при этом. И ты сохраняешь, стараешься очень сохранять и работать вот именно с этой природной фактурой, структурой в материале. Ну, могу сказать, что в нашем постсоветском пространстве большинство людей, не связанных с искусством, имеют стереотип, что керамика – это вот какой-то кувшин, либо ваза, либо там какая-то игрушка,
в кобальтовых цветах, и либо ваза, политая там коричневой глазурью, и что вот, ну, или посуда, как бы, ну, унитаз еще, там, ну, что-то ну, такое. Ну, да, да, керамический. Да, конечно, было очень много интересных мастеров и художников, но, как бы, это больше в музеях, а для широкого круга это вот что-то такое прикладное, что-то утилитарное полностью. Я стараюсь избегать утилитарности, по большей части. Даже когда я делаю вазу, я говорю, что не надо наливать воду. Хотите, поставьте колбу внутрь и наливайте тогда. Вот. А с цветами мне нравятся природные цвета, какие-то естественные. Вот я смотрю в окно или куда-то в лес прихожу, и я использую те цвета, которые не доставляют мне боль. То есть, ну, как учили в художке, ты помнишь, может быть, какие-то там зеленые цвета, яркие, какие-то, которые прям кислотные такие. Я не использую, стараюсь какие-то древесные, вот бежевые какие-то, синие, которые мы видим везде вокруг, там небо, вода, дерево, камни, кость, какие-то такие вещи, старая ржавчина, старые каменные стены, кирпич. Мне близко это, и людям в пространстве, там дома, неважно, что это тарелка или скульптура, они воспринимают это дает отклик, наверное, в плане даже бессознательного какого-то. Это, ну, приятно. То есть ты видишь этот цвет, и ты где-то его видел уже. Что-то как будто бы оно из болота или откуда-то из реки, там какой-то камень ты достал, или деревяшку сгнившую, или там, которая морилась сотни лет, и ты достал, и такой думаешь, ну, коряга какая классная, отнесу ее домой. И я использую такие приемы, ну, на каком-то, не знаю, чувственном уровне. Мне просто нравится эстетически, как это выглядит. То есть я не стремлюсь к идеальности, использую вот этот несовершенство текстур, цвета, форм, как выразительный прием в том, что я делаю. Угу. То есть, ну и плюс вот природные какие-то. Природные, не только природные, но и вот эта эстетика заброшенности какой-то старых заводов, гаражей, где там все детство проведено было, свалок, ржавчина, масло, гнилые ящики, там какие-то выкинутые банки с помидорами, с огурцами. Вот это все очень сильно повлияло, конечно. Это у тебя глина, да? Вот да, такими. Да. И вот сколько объемов обычно у тебя, кстати, уходит? Слушай, ну смотри, для чего, если брать, это 10 килограмм, это вот для гончарного круга, тут можно много сделать, если маленькие работы. Вот. А так на одну скульптуру может уходить вот 4 таких, то есть 40 килограмм, там какие-то обрезки уходят оттуда, ну, в общем-то. Угу. Везде по-разному, ну, то есть одно дело какой-то маленький элемент, а другое дело, ну, здесь грамм 400, а где-то несколько килограмм. Вот это одна из последних, да, тоже работ? Да. Это вот вручную слеплено и покрыто металлической глазурью на основе меди. А эта медь восстановлена с помощью горелки газовой, то есть нагревается равномерно все. Большая вероятность, что из-за перепада температур все это треснет, но это не треснуло. Вот. Ну, то есть, вот, да, но визуально как металл. Да, вот глазурь, она черная такая, полуматовая, а с помощью горелки металл, ну, оксиды металла восстанавливаются до такого цвета побежалости, да, ну вот медного такого. Как будто сварено, да, или... Да, как будто сварено, вот наварены, да, вот, да, эти... Да, да, я специально хотел этого эффекта достигнуть, то есть она была светлая, в итоге после декорирования она получилась такая, после восстановления как будто металл. Да, как будто кус вот такой, не знаю даже от чего, то есть отдельный арт. Да.
А, и вот здесь тоже, да, покрытие? Ну вот это, да, это ваза, по-моему, 21-го года. Она сделана из нескольких частей, ну, в смысле, из пластов. Я сначала формировал вот эту фактуру, а потом уже склеивал их. Вот, и она покрыта золой, а потом немножко декорирована. Уже недавно я ее металлической этой глазурью декорировал, но я не стал восстанавливать ее, потому что это все может потрещать. Ну вот, сочетание матового и глянцевого мне очень нравится. Мне, кстати, нравится этот эффект, потому что вот панно, которое у меня в коллекции твое, оно, когда влажное, или вот если приобретает эффект, то есть вот оно тоже такой фактуры кратерной, и начинает совершенно по-другому. То есть у него как бы два разных эффекта, когда матовый, когда вот, вот такой фактуры, да, вот это полностью, только, это полностью только матовая в темном. Фактура. Это вот как раз тоже панно, которое да, вот это можно, панно, которое можно как-то на стену смонтировать или какое-то. Здесь вот про последнее расскажи, пожалуйста, работы. А это вот гончарные шамотные массы из крупной, замешаны конаковский шамот и фарфор, в общем-то, несколько обжигов, светлая масса, глазурь на золе. Вот она стекала постепенно, то есть она сначала стекла до сюда, и за несколько обжигов она уже капелькой вот такой стекловидной. В мой штамп. Да, через штамп. Да, прям. Через штамп я пигментами и глазурями сделал так, чтобы оно было похоже на горы, либо ну, какой-то лес туманный. Вот, в общем-то, получилось такое. Ну, опять же, эстетика несовершенства. Здесь какие-то вкрапления, трещинки специально не убирал, чтобы оно было как будто пробка или какой-то камень. Ну, получается, гончарить такой состав было непросто. Ну, очень сложно, да. У меня вот руки заживают до сих пор. Оно разрезает, как будто ты на наждачку поставил руки, и оно тебе стирает все. Вот. Да, мы сегодня с тобой уже немножко вспоминали как раз до интервью о том, что в детстве вот я лично лила свинец, и ты рассказывал о том, как искал какие-то материалы. И вот сейчас ты эти материалы также используешь в работах. Ну, я использую, да, какие-то материалы не совсем, как сказать, заводского какого-то производства, ну, грубо говоря, можно найти песок, или я использую золу для создания глазури. Это не моя идея, но она используется разными мастерами в разных странах, как тоже как выразительный какой-то элемент. То есть можно взять глину, одна даст один цвет, другая коричневый, третья там синеватый, и тонировать или какие-то эффекты достигать именно с помощью природных материалов, каких-то минералов, там, растирать камни, как вот некоторые там, у меня есть знакомый, который, ну, мужчина пожилой, он пишет иконы, он берет камни, растирает их и использует как пигменты только вот именно природные какие-то камни. И за счет этого особая гамма получается, и ну, его, опять же, как язык выразительности именно этого автора. То есть они, получается, они современные, одновременно аутентичные, как бы вот эта классическая школа иконописи, и вот берет этот пигмент, именно вот привлекает этот охры, сепия, вот эти все землистые цвета какие-то, ты смотришь, это природное. Вот. И вот у меня точно так же. То есть правильно, да, в твоем искусстве природная вот эта тема, она все-таки преобладает. Ну, и природная, наверное, в большей степени, но также вот как бы техногенные какие-то промзоны, вот какие-то осколки механизмов, разрушенные здания, что-то покрытое мхом, плесенью, каким-то какой-то ржавчиной. Это все же каждый раз идешь по улице и такой: о, надо сфотографировать там какие-то разводы, которые создавались десятилетиями или там столетиями, тысячелетиями где-то на природе или на здании, которое там
Вот, тут на окно смотрю, и там какие-то подтеки, а здание 80-х годов, ржавчина текла много лет, и стекла уже не отмываются, они изъедены. Но вот именно в этом есть своя прелесть. Давай посмотрим графику твою, наверное. Давай. Это получается бумага. Да, это черная бумага. Угу. Тут я работаю без кисти, это все либо типа мастихина, скребок какой-то, и маркеры толстые, толстые, тонкие маркеры. Акрил. Акрил. Да, бумага. Вот это серия. Ну, то есть это из двух работ. Да, это прям пара. Диптих. Это работа с текущими. А, они текут, да, под разными... Под разными углами я набираю, и за счет этого создается объем, просвечивается фон, и как будто бы что-то ближе к нам, что-то дальше, такая как бы немного похожа на трехмерное, или на легкие, на какие-то, на что-то такое, либо на растение, на какое-то. Ну, вот тоже. Тут похоже на пастель, но тут все, это тоже акрил. Сначала фон, а потом уточняю какие-то геометрические, какую-то динамику. Вот это с той серии, из трех работ. Мне нравится, вот спасибо, что показал график, потому что это тот момент, когда ты видишь, что художник проявляется в разных медиумах, но все равно узнаваем. Ну, то есть, наверное, ну, я не знаю, насколько нет, это... Нет, это со стороны лучше даже, знаешь, как... Насколько это совпадает... Цвета-то другие, я в керамике не использую практически такие цвета. Вот. Да, но есть при этом многослойность, то есть вот это ощущение глубины, поиск за счет... Тут, да, тут нет фактур таких, но при этом вот, вот этот вот момент тоже присутствует. Да, но цвета вот там вообще пастельные такие, по фиолетовые. Да. А тут более природный, голубой тоже. Ну, я стараюсь делать 2-3 работы одними теми же цветами, чтобы они... Ну, то есть, вроде бы они разные, одна темная, другая светлая, но цветовая гамма общая, и у той, и у другой. Да. Ты графику рисуешь, когда, ну вот... Просто, например, если я простыл, там дома остался, или у меня выходной, я решил отдохнуть, я, чтобы занять себя, начинаю рисовать. Вот это прям такое, да. С желтым акцентом. Это их три. Четыре, по-моему. Четыре работы, ну их по-разному можно, соответственно. Просто хочется серийности, чтобы какие-то можно было выбрать что-то лучшее, либо представить их как серию работ. Потому, ну, я всегда советую, как меня учил отец так, что лучше делать серию работ, допустим, даже если разная форма будет или разный рисунок, но серия, ты можешь всегда сравнить и посмотреть, выбрать что-то лучшее, какие-то, чем одну сделать. Лучше там 2, 5, 10 работ сделать серийных. Вот тоже как пастель, но это не пастель. Угу. Просто бумага для пастели, по-моему, ну какая-то такая... Ну да, она такая плотная, да. 300 грамм. Вот. Ну тоже отсылки. Как, ну, в основном у тебя акрил, да? Да, только акрил. Я больше ничего не использую. Маслом... У меня только акрил и акриловые маркеры. Угу. Больше ничего. Я стараюсь вот на черной бумаге, либо как-то тонирую ее, конечно, есть и на светлых. А почему акрил? Ну, не знаю, он быстро сохнет, и мне нравится выразительность его. Как гуашь, только немножко другое. Он не пачкается. Гуашь, ну, сложно хранить, она бы все терлась. Да, да. А с этим нет проблем, в общем-то. Оно даже не прилипает, ничего можно. Потому что для меня важно то, что я могу это все хранить в папках, потому что если это были бы холсты, это было бы очень сложно все как-то. Где-то отдельное хранение склад нужно было. Да, склад, да. Стеллажи какие-то. Вот. А это, получается, работы твоего отца? Да, это работы отца, некоторые ранние. Там, вот это, например, из конца 80-х годов работа. Это тоже примерно 89-й год.
Ну вот, да, я смотрю на твои работы всегда, и в них как будто много историй. То есть ты из новых, по сути, материалов, ну, условно новых, да, то есть ты берешь глину и создаешь такой предмет, как будто которому очень-очень много лет. То есть он с историей, вот так скажем. Ну, да, я стараюсь, чтобы это так выглядело. Наверное, в том числе, кроме эстетических каких-то качеств, этому способствует, ну, то есть моих каких-то, да, моего восприятия. Этому еще способствует то, что я использую, совмещаю современные технологии керамики, да, какие-то покупные массы керамические, очищенные, которые раньше же мастера, они брали глину, очищали ее, промывали там, отстаивали, использовали. Я добавляю такую глину, такие пигменты природные и совмещаю их с современными какими-то высокотехнологичными пигментами и материалами. И в сумме получается что-то и несовременное, и не старинное, как будто бы какое-то... Да, я специально состариваю, но то есть мне нравится вот эта эстетика. Этому предмету 2 недели, он выглядит как будто бы он где-то лежал и уже жил своей жизнью. Затонувшего корабля. Да, да, из болота, из пустыни, откуда-то по-разному. То есть одно где-то в одном месте было, другое в другом. И смысл в том, что каждая, даже вот пиала для меня это как скульптура. Неважно, что она там 2 сантиметра или 10. И неважно, есть ли функция, есть ли трещина какая-то. Если она не нарушает целостности, то есть это не сквозная трещина, то я ее оставляю. И вот, то есть берешь предмет и можешь рассматривать его, потому что вот это чистая абстракция. Кроме формы, которую я создаю, тут сочетается какая-то геометрия, например, предмет вращения, одновременно обрубленные какие-то части и одновременно залит разными цветами. Я не стараюсь выверить, не стараюсь достигнуть какого-то перфекционизма, а наоборот, каждый предмет – это эксперимент. И каждый предмет даже в серии с одинаковым покрытием, с одинаковым материалом, он будет разный. Вот, и именно это меня в керамике привлекает, будь то скульптура, либо какая-то посуда, там, вазы. Все это просто как холст. То есть у тебя все равно, у тебя, конечно, есть какой-то план изначальный или его нет совсем? Да. Но у меня иногда вопросы от телезрителей тоже. Был какой-то план, я его придерживался. Изначально нет, я чаще всего, я работаю практически всегда без эскизов. Если это не какая-то проектная работа на заказ, то я иду от формы, от материала. Я чаще всего... Практически всегда я смешиваю несколько разных масс, чтобы достигнуть в массе именно какой-то выразительности. Не закрываю ее полностью глазурями, чтобы... Глазурь – это как краска. Вот если вы хотите показать дерево, допустим, в мебели или в скульптуре, вы можете тонировать его лаком, а можете покрасить полностью. Но если вы покрасите полностью, дерево не будет видно, скорее всего. Поэтому я ничего не покрываю полностью. Я оставляю место фактурам именно каменным, так как то, что делают керамисты, это, по сути, обратное формирование. То есть это антропоморфный камень, по сути. Мы берем осадочные породы, которые миллионами лет расщеплялись, утекали куда-то, где-то собирались в толщах земли, превращались в глину. Очень мелкодисперсная структура. И из нее мы делаем обратно этот камень, который разрушался. То есть, ну, по сути, эта керамика, она переживет... Ну, многие тысячелетия, если ее не ронять. Даже если ее уронить, ну, осколки останутся, в отличие от холста. Ну, да, тут, конечно, это правда. Давай посмотрим большие работы, я хочу, раз мы сюда пробрались. Вот эта работа вырезана как раз, наверное, из куска около 25-30 килограмм. Просто был брусок сформирован, и он в восковой твердости. Я уже постепенно... Сначала делал грани, потом прорезал, потом сушил, шлифовал несколько раз.
уточнял это все, потом втирал фарфор, вот этот белый, это тоже есть ощущение и камня одновременно, и ну, ощущение дерева. По сути, не знаю, это камень, какой-то такой фактуры. Да, фактура природная. Как будто бы, знаешь, ноябрьское что-то такое, первый снег выпал куда-то на деревья, либо на землю. Вот. Ну и форма такая какая-то архаичная. Не знаю, мне нравится. То есть, да, похоже на дерево. Похоже. У меня засохла масса. Это конаковский шамот. С покрытием в Конаково делают в России, в Тульской области. И это просто брикеты 10-килограммовые, у меня несколько штук засохли. И я из куска вот этого, который в полиэтилене достал, и потом прорезал это все. Это не лепка, это все прорезано. Из засохшего куска? Куска прорезано, да. Вырезано, выбрано, сформировано. Просто вот у меня серия работ из 4 ваз сделано просто из засохших кусков. Ну, их можно было переработать, а можно было сделать что-то такое. И он крупнозернистый такой. Когда срезаешь, можно загладить, а можно оставить эту фактуру как кирпич, как камень какой-то. Вот, каждое вкрапление оно создает помеху резцу, и после него остается след. И этот след я использую как какой-то художественный выразительный. А если его затереть, ну то есть он светло-бежевый, вот такого какого-то цвета, затираешь пигментом. Я использую часто пигменты из диких глин, которые я выкапываю. И вот они такие дают состаренные эффекты. Да. Вот, как будто это какая-то старая, непонятно, то ли это майя, то ли викинги, то ли еще чье-то. Да, причем здесь такое более глянцевое, вот эта, да, вот внутри, часть внутри, как будто покрыта. Бы она водой отточена, да, да? А здесь наоборот. Белой эмалью внутри. Ну, это как ваза, но не утилитарная. Одновременно ваза и скульптура. Я считаю, что каждая ваза и скульптура, независимо, как она сделана. Вот, это такая чаша. Здесь ноги, основание. И вот здесь вот просвет, вот хорошо, да, получилось. Да. Расскажи, пожалуйста, о техпроцессе, то есть как это происходит, сколько обычно обжигов, потому что я понимаю, что многие вообще не знакомы, ну, с керамикой так близко, и то, о чем мы говорим, оно отчасти нам понятно, может быть, где-то мне, но хочется самого первого этапа, когда ты берешь глину, с какой глиной ты работаешь, как это происходит? Ну, да, я работаю с российскими массами, с иностранными, для каких-то крупных форм. Я использую основу из российского шамота в Конаково, это Тульская область. Это известный шамот. Он для посуды не подходит, но для каких-то архитектурных форм, либо для скульптуры, для крупных каких-то вещей он отлично подходит. Использую его чаще всего. Но для разных целей, для разных задач, для разных текстур разные материалы. Можно смешать одно с другим, и получится что-то третье, как бы, всегда. И ты, даже если ты добавишь 1% или там 80%, это будет совершенно две разные фактуры и по ощущению, и по цвету. Вот. Если говорить о техпроцессе с бланковыми какими-то, с покупными массами, то это всегда сначала подготовка материала, то есть чтобы в нем не было каких-то полостей, трещин, пузырей внутри. Сначала это обработка, отминка, мы получаем кусок, неважно, что мы будем делать, лепить вручную, либо мы будем на гончарном круге это все делать, либо это будет скульптура. Сначала подготавливается материал, потом формируется изделие в каком-то состоянии, когда оно еще пластичное. Потом дорабатывается, какое-то время ты даешь высохнуть. Некоторые моменты, глина как кальмар, в общем-то, ну, особенно фарфор в пластичном состоянии, оно не держит форму, и ты даешь высохнуть, потом что-то подрезаешь, что-то подшкуриваешь наждачкой, абразивами какими-то.
у тебя получается уже что-то, ты высушиваешь полностью. И по техпроцессу первый обжиг идет на не такую высокую температуру, как будет финальный. Этот шаг дает уже, превращает глину в керамику, потому что глина — это не керамика, она как бы образуется некоторый ряд минеральных соединений, как бы все, она стала керамикой, но она достаточно пористая, ее можно обрабатывать, можно какие-то неровности исправить, можно декорировать, расписать, что-то вырезать на ней, гравировать, и она дает, эта пористость дает преимущество в глазурование, либо покрытие каком-то, она впитывает. Вот мы обработали, покрыли и поставили во второй обжиг. Обычно в технологии в среднем идет два обжига. Один такой технический, утильный называется, или утильный. А после него идет глазуровка, декорирование. Потом идет высокий обжиг. Я работаю с высокими массами. Высокий — это значит все, что обжигается на температуру выше 1260 градусов. Вот. Есть низкотемпературные, там майоликовые всякие массы, там до 900 и до 1000 градусов. А у них немножко другие свойства, это тоже керамика, но я предпочитаю работать с этими, мне технически и визуально нравятся они больше. Вот. Ну, то есть оно звенит, оно превратилось в единое целое, а не в набор частиц. Вот. И потом уже зависит от того, нравится ли мне фактура. Я достаю из второго обжига и смотрю, так, здесь надо затереть пигментом, вот здесь трещинки, они должны быть подчеркнуты. Я думаю, красной глиной их затереть, чтобы оно такое получилось ржавое, или черным пигментом, или синим. Чем-то надо декорировать. И у меня некоторые работы выходят до 10-15 обжигов. Ну, то есть, пока меня не удовлетворит. При этом может произойти так, что все, ты потерял изделие, его уже нельзя вернуть. Там что-то либо треснуло от пережога, либо какой-то дефект пошел, либо ты запорол все цветом, который тебе не нравится. Но всегда есть шанс сделать так, чтобы оно вернулось. Ну, не всегда, но практически. Ну, много вообще вот так в брак бывает, что уходит? Ну, опять же, вот как это в брак? Считать это в брак? Или считать новым каким-то объектом? Смотря что. Если это мы говорим о посуде, то совершенно две разные стези. Это утилитарная посуда для дома или для кафе, для ресторанов. И совершенно другое – это какая-то эстетическая, штучная или там мелкосерийная, там до 10 предметов посуда, которая сделана вручную, и в которой каждый дефект или какая-то неровность, какая-то царапина или маленькая трещина несквозная, которая не мешает ей быть функциональной, она может использоваться как декоративный ход. Поэтому я использую, если это не треснуло пополам и там на просвет не выливается или не видно солнце через него, то почему бы и нет? Вот, тут собралась глазурь, какие-то трещинки появились, я добавил сюда еще пигмента, и получилось интересно. Вот. Для меня, если скульптура не разваливается, в ней есть трещина, которая... бывают разные там дефекты. Один дефект показывает то, что ты что-то упустил, и все развалилось, и как бы эстетически оно никак не привлекает. А бывает, что скульптура треснула, и ты смотришь, эта трещина, как будто бы вот оно, вот без этой трещины было не так интересно, а теперь просто круто. У меня есть скульптура, которую я уронил на пол, и от нее откололась часть. И это сделало ее более интересной. Она находится в одной из галерей сейчас. Вот. Именно я использовал это как декоративный ход такой. Вот эта трещина, слом, там обнажилась внутренняя поверхность, этот камень, в который превратилась глина. То есть по-разному. Это уже зависит от того, насколько, что ты хочешь показать, что ты сам видишь и как ты это воспринимаешь. Но часто бывают из-за того, что торопишься или из-за каких-то
или из-за того, что ты что-то не просчитал, там, температуру, либо неаккуратность какая-то. Бывают дефекты, да, бывает брак, но все, я не занимаюсь посудой как вот основной частью, поэтому мне не нужно сделать там 2000 кофейных чашек для кофейни, да, какой-то сети. Я делаю там вот две разных пиалы, и они по-своему каждый хороши. Поэтому если я вижу, что я не могу ее ни подарить, ни продать, я ее не буду. Ну, тоже не хочется, то есть мне хочется, чтобы человек такой, блин, ну вот здесь нет. Мне хочется, чтобы человек смотрел и, блин, так классно, вот здесь вот эта трещинка, или вот здесь вот это капнуло что-то, или какой-то пузырь вылез, кусок железа оттуда, оксид, это, блин, это вот именно я, люди говорят, я хочу именно эту, потому что здесь вот, вот она вот особенная, как бы. Поэтому я стараюсь каждую делать особенную. Уникальный. И да. Вот получается, какой, знаешь, какой процент планирования, какой процент все-таки вот этого, не знаю, то, что уже достраивает сама печь, магия глазури, да, то есть все-таки... Никакой магии нет, все физика и химия на уровне 8-9 класса, как бы. Тут, ну, не нужно рассчитывать на магию, особенно если мы говорим о повторяемости эксперимента. Если ты хочешь получить что-то примерно одинаковое, то ты должен ставить пробники и должен понять, как этот материал будет в разных частях печи с разными глазурями. Если ты хочешь, вот, чтобы оно было одинаковое, нужно экспериментировать. Все это эксперимент, и ты должен там запоминать, записывать, все это вести. Потому что, вот как я уже рассказывал, эта глазурь в состоянии из банки, она красная, должна получиться коричневая, а вот на фарфоровой массе она получилась сине-голубая с такими с коричневыми разводами. То есть это вот, ну, не как с акварелью или с гуашью или там с маслом, когда смешиваешь цвета, ты прогнозируешь сразу, какой он получится. А тут, ну, на двух разных массах одна и та же глазурь лежит по-разному и дает разный цвет. Поэтому прогнозирование не мой конек, и просто я этим не занимаюсь. Как бы я иду от материала, от формы, и немного добавляю глазури, где-то не, ну, стараюсь не полностью закрывать все, чтобы было видно материал. А как это уже получится оценивать? Я могу оценивать, мне может нравиться, кому-то может не нравиться. А бывают работы, которые у меня отставлены и стоят где-то в углу, и приходит человек там посмотреть, и он говорит, я хочу ее. А я ее делал, там какой-нибудь объект не утилитарный, собственно, вообще, там, чуть более чем полностью. И я прям радуюсь, потому что, ну, вот некоторые вещи, они мне очень нравятся. Ну, мне, правда, нравится практически все, что я делаю. Не знаю, я получаю удовольствие, просто рассматриваю. Вот, но наибольшее удовольствие, когда вот человек приходит, и он говорит, как это сделано, как красиво. Я хочу именно эту работу себе домой, неважно, там маленькая пиалочка или какая-то большая скульптура. И это наполняет автора, художника силами, энергией. И когда ты видишь, как горят у человека глаза, когда он смотрит на твою работу, ты думаешь, блин, все не зря, ну вот, значит, я что-то делаю то, что нужно. Да, по звуку, кстати, да, проверяются? Да, по звуку слышишь? Можно проверить, есть ли трещина. То есть, если в предмете есть трещина, то у него не будет звонкого звука. Но это вот, по крайней мере, у высоких масс, они даже из-за геометрии, это одна и та же масса, они по-разному звучат. Вот, другая масса будет звучать по-разному. То есть, если сделать из одной и той же массы, они как музыкальный инструмент, то есть можно сделать какие-то чаши, и из-за геометрии каждая будет звучать по-своему. Мне, кстати, нравится, ты сказал, что ты очень работаешь когда с материалом, то есть такое безотходное производство по всему. Да, я стараюсь, во-первых, ну, это не экологично выбрасывать, ну, смысла нет. Выбрасывать отходы еще не обожженной массы, их можно собрать и сделать свою массу. Ну, то есть, а я вообще пользуюсь практически всегда замешанными из нескольких масс, там, с добавлением песка, каких-то минералов.
Вот, и все отходы, вот я сформировал, это я слепил, здесь тоже круглое было, я отсек эти части, здесь вот, ну, как будто камень. Здесь немножко глазури, внутри глазурь, тоже на основе золы. Здесь я нацарапал, какие-то орнаменты немножко декорировал. Вот, а отходы, которые остались, я сушу, потом замачиваю и использую в других работах. В зависимости от того, какая красная глина или светлая, они смешиваются в какие-то черные песчинки, какой-то гранит, кусочки. По-разному дают эффект. По сути, ты можешь вообще не использовать, да? Да, я могу глазури, не использовать. Я стараюсь минимально использовать глазури. По большей части я использую ангобы, ну какие-то как краска на основе глины. То есть пигментируется, и глина получается цветом. Либо это просто фарфоровые какие-то покрытия, либо немного глазури, но, в общем-то, стараюсь, чтобы видно сам материал было. Работу я делал, но она треснула. Я хочу чуть-чуть... Она не полностью треснула, ну, то есть она сильно треснула, но не как вот та. Угу. Это я на заказ делал. Она пылится, стоит. Я хочу просто в трещины загнать какой-то декорирующий, контрастирующий элемент. Она еще в пыли. Надо протереть ее, и, может быть, золотым или серебряным каким-то, да, составом. Кстати, может быть, даже не керамическим. Я думаю, что... А вот брак, то есть вот так выглядит... Когда что-то упустил, прекрасно, мне нравилась форма. Вот с этой стороны она выглядит как целая скульптура. Ее разорвало уже на высоком обжиге, не на сушке. И с этим уже ничего не сделать. Ну, то есть тоже можно как-то использовать. Выкидывать, конечно, жалко. Ну, то есть это просто кусок камня. Но с другой стороны, столько времени потрачено и сил на это. Ну, ее прям вот... То есть это не маленькая трещина, а получается от... Ее не было вообще, когда это было сформировано, и после первого обжига не было. Ее разорвало на высокой температуре. То есть все, это камень разорванный, как бы... Вот, а так. Из-за чего так происходит? Либо из внутренних каких-то деформаций, неоднородностей. Может быть, камешек попал какой-то. Может быть, с одной стороны она более тонкая, с другой стороны более толстая, и создаются... Напряжение внутреннее и разрывает. Может быть, что-то не промешано было, ну, в массе. Вот, получился вот такой дефект. И сейчас керамика очень доступна. Куча всяких кружков, гончарных школ. И каждый может прийти и понять, нужно ему это или нет, либо просто попробовать, насколько он может. И, возможно, в первый раз это не дастся ему. Но, имея определенную усидчивость или просто желание, можно добиться хороших результатов и на уровне какого-то увлечения добавить керамику в свою жизнь и там, ходить в выходные в коворкинг или в мастерскую в какую-то заниматься этим. Вот, и сделать для себя декор для дома или посуду какую-то. Ну вот, да, скажи, терпения это нужно много. Сколько вообще, как ты пришел к керамике? То есть я понимаю, что вот этот путь такой длиной в жизнь, даже у тебя сейчас, и ты говоришь о развитии постоянном. Но почему керамика? Ну, не знаю, почему керамика. Хотелось, когда работаешь за компьютером, какой-то момент хочется что-то... Ну, мне захотелось, не знаю. Я просто понял, что я хочу работать и делать что-то... То, что будет непосредственно отражением моих мыслей или моей фантазии, потому что для художника очень важно иметь фантазию. Хотелось что-то создавать. Вот. Хотелось что-то создавать, что-то показать, что ты умеешь. В первую очередь себе показать. И как бы у меня был выбор, когда я понял, что я хочу делать что-то руками, был выбор. Я себе поставил такую цель, типа либо гончарная керамика, либо кузнечное дело, либо ювелирное, или какая-то деревообработка. Я попробовал себя в деревообработке, в создании мебели, но понял, что не тот материал. Керамика, она такая отзывчивая по сравнению с другими материалами, что ты можешь сформировать что угодно. Даже на том уровне, на котором вот ты пришел, новичок, ты сделал какой-то предмет уже. И не важно, что не ты его там поставил в печку, его обожгли, и ты получил результат. Вот за это многие ее и любят, потому что глина – это древнее такое
древняя масса такая, которая одна из, ну, керамика это просто вот даже исторически так сложилось, что периоды жизни человечества, они как бы некоторые имеют название эпоха жгутовой керамики, эпоха, каждое поселение там оно по-разному разную керамику делало. Вот, поэтому опять к чему я это все веду? К своей истории, на самом деле. Что, почему ты выбрал керамику? Ну, в общем, я попробовал разные сферы. И потом пришел к керамике. Ну да, и часто, не могу оторваться. Часто задают вопрос сразу же, я все равно его тоже задам. В какой момент, вот, не знаю, там, увлечение керамикой стало твоей жизнью, и ты понял, что ты вот художник full-time, и вот это то, чем ты хочешь заниматься долго и ну, практически, развиваться? Ну, практически сразу я пошел с определенными небольшими базовыми навыками, пошел устраиваться на производство керамической посуды крафтовой, на небольшое, вот здесь же, на электрозаводе. Я прошел испытательный срок, и там было, кроме меня, пару претендентов. Но у меня получилось более аккуратно, хотя у ребят был опыт уже в этом, которые тоже пробовались. Меня взяли, и я каждый день отливал, что-то лепил, именно вот не свое, а то, что какой-то у тебя есть лист, в котором записано, сегодня ты должен сделать там 10 таких, 20 таких и 30 таких, и ручки еще приклеить. Потом поставить печку, потом печку другую разгрузить, вот это привезти, это увезти. И в обед или там после работы, плюс таких мастерских, что ты можешь сделать что-то свое. И каждый день по несколько часов, кроме работы, там от 2 там, до 5 часов я делал еще какие-то свои образцы. И я благодарен мастерским, в которых я работал, что можно было поставить свою маленькую скульптуру или какое-то изделие, какую-то чашку в печку и посмотреть, разгрузить промышленные какие-то вещи, которые ты загрузил, и свою работу, и увидеть, ну, с помощью этого расти, как бы. Вот, ну, то есть эта работа мне дала возможность развиваться и ускорить это развитие, потому что это как метод бассейна. Тебя кидают в него, а ты пришел устраиваться, ты практически с маленьким опытом, с нулевым, пробуешь, и либо ты выплываешь, тебе это идет, и тебе должно это доставлять удовольствие. Если тебе не доставляет это удовольствие, ничего не получится, ты можешь работать этим и просто делать посуду для других людей без своих дизайнов, просто вот чисто механически. Но если ты чувствуешь, ты радуешься каждому кусочку, ты радуешься каждой своей работе, и ты потом уже не можешь... Ты понимаешь, что все, как бы, ты тут, и это твое, ты должен это делать, тебе это нравится. И когда это начинают, люди видят и начинают говорить, блин, Костя там, или Маша, Петя, это так классно, вы такие вещи делаете, это огромный стимул. То есть, несмотря на то, что это в первую очередь для тебя очень важно, но зритель и да, это тоже стимул. Да, я же не делаю для себя это все. Я хочу, чтобы это украшало дома людей, чтобы они могли смотреть на это, трогать, чтобы это было каким-то предметом, который доставляет удовольствие. Потому что многие работы, скульптуры, очень грустно, то есть, с одной стороны, это доставляет удовольствие, когда за это платят деньги, с другой стороны, ты понимаешь, что у меня все работы в единичном экземпляре, и я не делаю копий, и некоторые работы невозможно повторить. Да. Вот, и ты такой, классно, конечно, что ее купили, но очень жаль то, что я ее так любил. То есть, все-таки жалко расставаться. Со многими работами, да, очень жалко расставаться. Но невозможно делать все в полку, невозможно это хранить, какие-то склады организовывать, потому что тут все заставлено. И это классно, когда ты можешь прийти в свою мастерскую, в свой музей и засматриваться на свои работы, но... Основное – это то, что люди используют это для чая, либо это скульптура, которую они ставят где-то
на стеллаж с книгами или ваза, на который смотрят и радуются. Потому что отзывы тоже, там люди, человек купил работу, и он пишет: блин, так классно, а мне так нравится, я радуюсь, просто смотрю там в лучах солнца, и там присылают фотографии, так приятно. Думаешь, да, все не зря, как бы, вот, ну, то есть ничего страшного, что, то есть, я расстроился, что ее забрали, но она живет своей жизнью, и как бы это очень приятно. Надо, да, учиться пускать, это сложно, но, да. Но важно. Ну, да, это один из этапов, как бы, производства художественного, неважно, прикладное это или более какое-то абстрактное и неприкладное, нефункциональное. Это все нужно пускать дальше. Хочется, да, выставляешься, когда на выставке или в музее где-то, в каких-то участвуешь мероприятиях, чтобы пришли люди и увидели это. Даже если они это не купят, просто чтобы они увидели, чтобы у них сформировалось какое-то мнение. И тоже, опять же, неважно, кому-то понравится, кому-то не понравится, невозможно понравиться всем. Но хочется это показать. Ты вообще много создаешь? Вот, ну, то есть я вижу, мы сейчас в твоей мастерской, тут я очень много работ. Я постоянно здесь. Ну, то есть это, ну, я не могу отдыхать там больше 1-2 дней. У меня начинается такое навязчивое желание прийти что-нибудь сделать. И я вот по полгода зависаю, каждый день почти по 7-6 дней в неделю, потом делаю себе пару недель отпуск. И вот сейчас у меня был небольшой отпуск в марте, и у меня просто уже хотелось прийти и что-то уже начать делать, потому что руки горят, и много идей, и в плане посуды, и вот я приобрел этот гончарный круг, чтобы практиковаться. Невозможно просто, и ты не можешь такой выходной, так, чтобы поделать, ну, куда там, в ресторан сходить, в кафе, в кино, можно, но ты же не будешь это каждый день делать. И вот такая работа, ты работаешь как художник, но ты большую часть времени своего проводишь в мастерской, ты поработал, сел, посмотрел по сторонам, так, вот это стоит с 18 года работы или там с 19, надо вот здесь чуть-чуть ее передекорировать и поставить. Главное не запороть. Ты пришел, переделал. Так, вот эти новые надо. И у тебя все. У меня всегда несколько процессов. Что-то в проекте, что-то материал замешан, что-то начато, что-то сушится, что-то уже первый обжиг прошло, а что-то оно стояло, и такое думаешь, надо доделать. То вот. Есть есть и такие, которые ты переделываешь, да, со временем. Да, много таких работ. Хочется добавить какие-то нюансы. Не всегда это, конечно, вот, желание переделать, оно не всегда играет в пользу, потому что иногда можно просто убить фактуру или испортить. Это же бесконечное количество обжигов не может пройти, там раз и появилась трещина, раз или что-то деформировалось или отвалилось, как бы. То есть керамика, она многое стерпит, но не бесконечно. Uh-huh. Вот. И главное, как во всем, вовремя остановиться. Вот ты сделал работу. А как понять, когда вовремя остановиться? Вот, ну, как бы, ну, резонно, правда. Никак. Как ты понимаешь? То есть интуитивно ты должен оценить со всех точек зрения. Если это утилитарный предмет, ты должен так, здесь вода не впитывается. Опять же, водопоглощение ты просчитал так, а здесь вот пористо достаточно. Надо еще немножко пропитать глазурью, чтобы не оставалось пятен. Так, а вот здесь это пятнышко, так, надо сделать здесь немножко абразивом подработать, потому что какой-то острый край. И вот, ну, из каких-то таких моментов, и это супер индивидуально. Один мастер, он перфекционист, он хочет, чтобы было так. Другой мастер хочет яркие цвета, третий мастер хочет какие-то формы другие. И у каждого свое видение, и каждого может оценить по-своему. И из этого складывается вот, ну, какая-то стилистика, какие-то свои черты у каждого мастера, и поэтому вот у меня много мастеров, которые мне нравятся, которые делают посуду и скульптуры, и я не знаю, у всех по-разному, и вот из-за этого ты приходишь и смотришь, так, вот это классно, я хочу вот это, ну и какие-то коллекции дополняются, потому что керамика — это такая вещь, ты не только на свои наслаждаешься, ты
приходишь на маркеты, приходишь на какие-то выставки, и тебе хочется унести оттуда одну, а иногда и несколько работ. Ты вот выбираешь самое лучшее. У тебя есть коллекции других? Да, у меня есть, конечно, и они стоят, меня радуют, я смотрю на них, и, ну, очень классные работы. Есть Сашина работа, есть других керамистов, да, конечно. Да, потому что у меня тоже в коллекции есть твои работы, и я сегодня уже на одну положила глаз, но ты сказал, что она не готова. Это вот да, мы как да, да, возвращаемся да, к вопросу. Потому что для меня она уже как будто бы готова, да, а ты сказал, что еще нет. Ну, не ты же ее делала, вот, поэтому вот, да. И я сразу резон такой вопрос, а нужно ли рассказывать зрителю, ну, вот про те этапы, которые ты провел, чтобы они понимали всю глубину и процесса? Конечно, и нужно. Вот этого? Мне кажется, сейчас вот... В нашей стране керамистам нужно рассказывать. Нужно рассказывать, неважно, что это посуда или что-то, какая-то фасадная керамика или какие-то панно. Нужно рассказывать, как это делается технологически, как это, как расписывается, как покрывается, чтобы у зрителя формировалось понимание, насколько это трудоемкий процесс, насколько нужно понимать тонко технологию, моменты, которые невозможно, ну, которые, если ты упустишь, все будет по-другому, чтобы люди понимали, как это сделано, за что он отдает деньги и почему это, ну, как бы так, а не иначе. Почему это, как это сделано? Потому что, ну, многие приходят и говорят, а вот это из металла сделано, а это кость. А это камень? Нет, это все керамика. И я всегда готов рассказать и показать, как это сделано, поделиться какими-то своими мыслями по поводу керамики. Обязательно, это популяризация. Я думаю, что это в данный момент очень доступно для широкого круга, как увлечение, никак не основной профиль, как творчество какое-то. Для всех. И каждый может быть причастный к этому. И кто не хочет это делать, может быть, тот, может быть, просто наслаждается умением автора. Например, я никогда не нарисую так, как ты, да, и я наслаждаюсь твоим умением видеть и показать это. Вот. И также люди коллекционируют, отдельно там чайная культура, люди коллекционируют керамику корейскую, китайскую, японскую. А я хочу и делаю какую-то такую утилитарную небольшую керамику для того, чтобы можно выпить было чай, и чтобы она была, я равняюсь на японских, на корейских мастеров, на Китай, беру из каждой технологии какие-то приемы, и я хочу делать в том числе посуду, какую-то штучную или мелкосерийную, и делаю ее, которая будет на уровне с мастерами мировой известности. Ну, просто мне нравится. Просто мне нравится керамика, я хочу делать российскую керамику очень крутой, красивой, интересной, и чтобы... Бывают же выставки прям вот, ну, только пиалы. Да, вот. Я не знала. Только да. Пиалы разного, вот маленькая пиала, большая пиала, там какие-то чайные, чайнички небольшие, большие, да, вот просто, просто такие вот предметы. И цена у разных мастеров в Японии, там, допустим, от, грубо говоря, там, до нескольких тысяч евро доходит. Там, даже, ну, не говорю уже там про топовых мастеров, которые там и под 100 тысяч евро работают. Грубо говоря, может быть, пиала там 15 тысяч евро, то есть, угу. Ну, то есть для чая. И картина висит, а эта штука стоит, и ты такой ее можешь раз, и ты можешь поехать куда-то в рюкзачок кинуть, неважно, большая, возьми маленькую. Ты можешь налить в нее что-то и попить, а можешь что-то еще налить, как бы она вся разная. И вот такие маленькие, они удобные, раз, положил в карман. Карман на это. Например, очень удобно за кофе ходить. Я пью эспрессо, и я часто со своим прихожу, чтобы не использовать стаканчики. Ну, такая, да. Вот. Ну, в том числе и эко, и просто оно твое, ты ее помыл, ты
ее купил или ты ее сделал, и она легкая, там вот какой-нибудь фарфор, он просто, ну, ничего не весит практически, да. И в рюкзак кинул, там, в какой-то чехольчик. Многие люди вообще носят чайники, так называемые. Это не те, кто плохо водит, а те, кто увлекается чаем. У многих в рюкзачке там набор всего, чтобы с термос. Для церемонии, да? Для церемонии ты вышел, постелил плед, пришел куда-нибудь рядом с этим, в музеон куда-нибудь постелил плед, расставил, термос достал, сделал чай, попил, пришли с тобой несколько человек, единомышленники, которые тоже чай, весь чай же разный, так же как керамика, то есть, ну, куча просто сортов и ценовых категорий, и вкусовых, и по эффектам, и люди собираются, они смотрят друг у друга на чайные принадлежности, и вот, ну, как бы, прямо чуть ли не клубы сейчас создаются, такие любители чайной керамики. Это отдельная эстетика, куча школ, которые этим занимаются. Ну, школ я имею в виду в керамике, классических школ японских и корейская керамика, вот. Ну, ты как раз вот сказал, что ты вдохновляешься, получается, восточными мастерами. Почему? Почему? Потому что это такая школа, как бы, пришло в основном, ну, вот, если мы говорим о чайной какой-то керамике или какой-то эстетически, эстетического несовершенства, есть, потому что эстетическое совершенство – это какие-то китайские вазы, китайский фарфор с тонкими росписями, который обжигается в специальных коробах, чтобы, не дай бог, ничего не капнуло, ничего не прилипло, не подменял цвет, потому что это уже брак, то есть это же это одна культура. А там корейская – это другая, а в Японии там эстетика ваби-саби, что-то треснуло, разбилось, а вы склеили золотом, отдали мастеру, потому что просто, ну, жалко выкинуть, не потому что, ну, как бы, она может стоить 5 рублей, эта пиала, но ты к ней привык, ты из нее пьешь чай, или она с детства там досталась от дедушки, от бабушки тебе, и ты не можешь ее выкинуть. Вот. Мне нравится эстетика несовершенства. Где-то один край немного отличается от другого, где-то царапинка какая-то, где-то изогнулась, там, где-то ты шлепнул по ней, когда она пластичная, и она потеряла круговую форму, деформировалась. И это все неповторимо. Даже если ты сделал 10 одинаковых предметов, то все 10 или там 50 или 1000, они после обжига, даже если это какая-то крафтовая керамика на производстве, то она вся будет не одинаковая. Где-то пузырик, где-то точечка. Кто-то старается это свести на минимум, но каждый индивидуально. Да, мне очень нравится твоя эстетика и вот эта неповторимость. Я хочу, чтобы ты немножко рассказал про обжиг ваногами. И вообще, просто это дровяная печь. Да. И вот про то, как... Потому что я до того, как увидела у тебя этот вариант обжига, вообще не знала о его существовании, об этой эстетике и о том, как это вообще не просто... дорого в том числе, и что, насколько это влияет вообще на конечный продукт. Да, я, возможно, сейчас я возьму какой-нибудь предмет из... Наверное, вот этот. Золото. Да. Это обжиг в дровяной печи. Ну, как бы это сейчас мы пользуемся электрическими печами с электронным управлением, или газовые печи на заводах стоят огромные, в которые заезжают на вагонетках стеллажи, выезжают тоннельные печи, так называемые. А у наших предков достаточно мало было способов, и уже, наверное, около 1500 лет или, может быть, чуть больше используется дровяной обжиг, потому что раньше, я говорил, обжигали в ямах, обжигали в кострах, эта керамика потом пропитывалась воском, потому что она была пористая, пропускала влагу, а потом в Корее появились печи, это пришло все из Кореи, сначала было в Корее, потом попало в Китай образовалась своя школа, из Китая перешло все в Японию,
Смысл дровяной печи Анагама – это печь, которая строится в земле, она на две трети или наполовину. Обычно строится на склонах. Это такая продолговатая грушевидная форма. В нее делается, она делается из кирпича, обмазывается глиной, и внутри большая, достаточно большое пространство, да, несколько кубов. Туда могут войти несколько человек одновременно на корчиках, там, когда загружаешь, разгружаешь. И бывают вообще огромные печи, куда прям в рост. В Японии есть такие печи. Смысл обжига в том, что ты производишь его нагрев, этот создание керамического черепка производится с помощью дров. И это более хаотично и менее управляемо, чем вот, ну, я запрограммировал этапы обжига и получил какой-то результат. То есть плюс, если коротко, то там тоже много школ разных. Есть неглазурованная керамика, которая покрывается именно вот как это фарфор, и тут не было глазури совершенно. Угу. Видишь, она глазурованная местами, неглазурованная. Это все налет минерального остатка от сжигания дерева, то есть золы. И получается как стекло. Да, правильно? Это стекловидная масса, остаток от дерева. И каждая порода дерева, и даже вот как с виноградом, он рос на южном склоне, на северном, там, неважно, где-то он в Крыму, в Сочи, или где-то в Германии рос, или во Франции, он разный, да, даже один сорт. Также и с деревом. Разный минеральный состав дерева дает разный минеральный состав золы. И зола, налетая на предмет, создает глазурованную поверхность. А если еще какая-то есть глазурь, она взаимодействует с глазурью и создает определенные эффекты, чаще всего хаотические. И выглядит, конечно, потрясающе. То есть вот на фарфоре, например, появляются розовато-красные пятна. Здесь использован белый фарфор и синий кобальтовый пигмент. Причем кобальтовый пигмент деградировал или наоборот развился в разные цвета, то есть от из сине-черного до какого-то зеленовато-морской волны и вот с фиолетовым оттенком. Это просто из-за температурных перепадов и из-за золы. Вот, получается, ну то есть если сделать идеальные цилиндры, грубо говоря, любые пиалы, тысячи изделий ты сделал, ты заставил эту печку одинаковыми изделиями, и на выходе получается, что все они разные. Даже если форма идеально выверена, все будут разные. Вот. А процесс – это топка командой, несколько человек. В России это в основном энтузиасты, такие как Марина Акилова, еще разные есть сады Аурики, есть такая мастерская, у них несколько печей, парк печей разных дровяных. Вот, я обжигаю Марину Акилову, езжу к ней в гости, помогаю с обжигами, потому что требуется команда людей, которые знают, что они делают. Печь топится без остановки до несколько суток, а в Японии до двух недель она топится. Угу. То есть мастер сидит и топит потихонечку с помощниками. Вот, большие температуры, это все сложно, ты начинаешь с маленького, разводишь в топке маленький костер из щепочек, потом у тебя стоят датчики, и ты по датчикам, там термопары внутри, ну, снимается в начале камеры и в конце температура, и у тебя есть график, к которому ты должен следовать. Если здесь печка сама регулирует, автоматика регулирует, то там ты не можешь достигать каких-то больших перепадов температур резких, а зависит все от тебя, от твоего костра, так говоря. Ты должен следить за этим, потому что даже перепад 80-100 градусов может просто раскалывать, или ветер там подул, что-то ты открыл, неправильно сделал, появилась трещина, либо какой-то дефект. Вот. И это все топится несколько дней, несколько суток. Ты топишь в паре с человеком. Вот мы топим у Марины 3 часа с одним человеком, ты 6 часов в смене, иногда больше, иногда 8. Там 3 часа с одним человеком, человек уходит спать, отдыхать, есть, мыться, готовить еду на всех. И также ты потом.
Приходит другой человек, 3 часа с вторым человеком, потом ты уходишь, идешь, делаешь свои дела, обязательно спишь, ставишь себе будильник, потому что через 12 часов ты встаешь по будильнику и идешь на смену тому человеку, который сейчас пойдет спать. Неважно, это 3 часа ночи, 6 часов утра или там, 8 часов вечера. Это вот продолжается несколько суток. Потом несколько суток это же все остывает. Примерно столько же, сколько топилось. Угу. Это замуровывается глиной, закладывается кирпичом топка, вся печь кирпичная. Топка заложилась, вы сфотографировали все, пока это там не заложилось, там как-то обжигая руки. Заложили и ждете, все, отдыхаете. На этом процесс до разгрузки несколько дней, оно остывает медленно. Из-за того, что оно медленно остывает, не так, как в электрической печи, там сутки оно остывает, а несколько суток. Соответственно, физико-химические процессы тоже другие происходят, и совершенно другая керамика. Иначе она спекается, иные эффекты декорирования. Иначе ее же можно расписать тоже, не просто оставить чистой, можно сделать рисунок. Здесь он выгорит, там он станет красноватым, там это черное останется, чернила или там какого цвета было изначально. Вот, все это... Вот если в электрической печи не магия, то для меня, как для теплофизика, инженера, столько переменных, неизвестных и непонятных в этой печи, столько первобытности и хаоса, которые ты пытаешься понять, но в итоге каждый раз ты подстраиваешься. Вот у меня там было около 5 обжигов, и каждый раз по-разному, но ты начинаешь уже как-то контролировать это, не понимая до конца, но уже начинаешь понимать какие-то шаги, которые ты должен сделать. Это все сложно, интересно. Некоторые люди, не занимаясь керамикой, просто приезжают потопить. Ну, кстати, просто, да, то есть просто, можно приехать, познакомиться с этой эстетикой. Да, можно договориться в местах, где это есть печь, потому что у нас энтузиасты, я не знаю, около 10, может быть, печей во всей России построено. Это японская технология, из огнеупорного кирпича люди рассчитывают, как камера печи будет, строят, чертят это все, потом с печником или сами это все делают, собирают, потом это обжигается, печь нужно разбирать, собирать иногда периодически. Это все разные типы печей, это должен идти огонь, теплофизика, опять же, и термодинамика, все это нужно понимать, как идет. Вот она стояла вот так к топке, и здесь получился глянец, а задняя часть... Поток проходил туда, и задняя часть не заглазуровалась. Вот, получается. А если здесь стояла еще одна ваза, или там еще одна пиала, то с другого бока может от нее эффект, например, она была с медной глазурью, и там что-то подзеленело. Либо об нее ударялся поток, и здесь тоже наглазуровалось. Поэтому тут куча нюансов, это очень интересно. И просто не знаю даже, с чем сравнить. Хотелось бы, чтобы в России было больше таких мест, где можно создать аутентичную керамику, используя разные, в том числе первобытные технологии, совмещая их с современными технологиями. Ну, опять же, нести людям керамику и показывать, какая она может быть разная. И как это делается, это просто все. Ну, то есть здесь очень интересно, а в древяной печи это, ну, ты весь в поту, на улице 35 градусов. Мы просто у Марины обжигали в разные, я несколько раз ездил зимой. На улице 35 градусов ты в пожарном костюме стоишь, в сноубордических очках, чтобы тебе сетчатку не сожгло. Потому что, когда ты открываешь топку, чтобы закинуть дров, там все белое, и ну, смотреть нельзя, туда. Во-первых, да, идет тепловой удар, неважно, близко ты или далеко, даже если ты сидишь в 10 метрах от печки, тебя обжигает лицо именно излучением. Вот. Поэтому 35 градусов ты шарфом, платком замотан, здесь очки, МЧСная куртка, которая несгораемая, сапоги, штаны, которые не загорятся, не синтетические, а хлопковые. И ты такой отдежурил, пришел, снимаешь, а у тебя это все черное, как будто это сажа, пошел. Да, это не отмывается, это надо скипидаром отмывать, мылом это все размазывается, это по лицу, в волосах это все, и как бы, ну, думаешь, чуть-чуть смою, а все равно нет смысла, потому что через 12 часов опять идти. Вот, но это очень увлекательно, это захватывает даже тех людей, которые не занимаются керамикой.
Это к вопросу о жизни художника, когда все думают, что ты сидишь в мастерской, там ждешь вдохновения, и ничего не происходит, а сколько всего в процессе. Всех по-разному с вдохновением. Я просто не останавливаюсь, и даже здесь, надо замесить материалы. То есть берешь промышленный миксер и, полчаса попробуй поработать миксером, там такая отдача и спина, это все весит несколько килограмм, глина, она имеет сопротивление, потом ты переложи это все, спрессуй, это постоянная физическая работа, то есть тут можно фитнесом не заниматься, все равно будешь в форме, неважно, а если это все в дровяной печи, то ты пойди перетаскай машину дров, разложи подровником, потом один пилит бензопилой, второй собирает, тачками возит. Все это, кроме ты печку остужаешь, она стоит, остывает, а работа продолжается. Тут нужно прокопать, тут нужно отнести. Это куча, это же отдельное производство. Это над печью, как ангар, деревянный сарай. По бокам стоят дровники, дрова сохнут. Если в 35 градусов жарко, то зимой мы обжигали в минус. Вокруг снег, вокруг печки нагревается земля. И ты, в принципе, там, до 0 градусов, если на улице 15, ветер дует, там же открыто все. Минус 5, а около печки, чуть-чуть небольшой плюс. И ты точно так же это все делаешь, как и летом. Но это фантастика. Да, это правда фантастический процесс. И вот когда потом рассматриваешь работы, они, то, что они абсолютно уникальны всегда, и на них какой-то такой, опять же, исторический и аутентичный. Но вот опять, когда ты понимаешь, как это сделано, вот ты рассказываешь мне, и я начинаю смотреть, как обыватель, да. Допустим, вот в данном случае, другими глазами. Бывало ли у тебя такое, что, человек подходит и такой, я не понимаю, почему так, почему там, не идеально. Ну, есть же такой стереотип там какого-то такого. И вот, опять же, объяснять или там, рассказывать, писать аннотации, как? Потому что ведь огромное ценность в этих знаниях, которые я обретаю за счет того, что ты мне делишься процессом. Но это же не для всех явно, да. Для кого кто-то хочет видеть, тот увидит красоту. Если ему интересно узнать, как это получилось и почему это так, или почему эта керамика отличается от той способа, я всегда открыт и готов рассказать. Мне кажется, я уже скоро могу лекции проводить. Нужно, в принципе, мне по керамике, да, потому что я хочу, чтобы в России популяризировалась керамика как вид искусства, не только ремесленного, но и искусства. Да, это очень важно рассказывать, но только тем людям, если человек подходит и говорит, да кому это нужно, а что такое кривое, я улыбнусь просто и ничего не скажу, никакой агрессии, а если я вижу, что у человека начинает, как я прихожу на керамический маркет и начинаю вертеть это все в руках и смотреть, если я вижу, человек пришел, я, конечно, с ним буду общаться, и расскажу ему, покажу, почему так. И это очень интересно на маркетах. Я просто хожу на маркеты, сам не участвую, но помогаю Саше, либо просто прихожу вот именно посмотреть, что люди делают, потому что очень много интересного. И советую всем ходить в несколько маркетов керамических в Москве и в Питере. Они постоянно проводятся и в других регионах, в других городах. Вот. Это Фокерамикс. Один из самых известных, еще несколько маркетов, которые достойны, и каждый, кому это близко и интересно, найдет что-то свое. Причем там, кроме продукции, каких-то предметов и посуды, есть керамические массы, есть печи, есть какое-то оборудование. Туда могут прийти люди просто посмотреть. Там проводятся соревнования гончаров. Это интересно, я, кстати, соревнования гончаров, по несколько гончаров садятся. У нас же в России даже есть звание народный гончар России, это как художник, да. Вот у меня есть один знакомый товарищ, который является... Есть международные соревнования, есть нормативы. Из килограмма ты должен сделать цилиндр там определенной толщины, определенной высоты, И съезжаются со всего мира люди, и несколько десятков, и ты должен сделать, тебе дают линейку, и потом судьи проверяют это все. Вот такие
компетенции, соревнования проводятся. Поэтому очень интересно, очень увлекательно. Кто хотел, всем советую попробовать или сходить сначала на выставку, посмотреть на маркет и проникнуться этим, а потом попробовать. Либо так, либо по-другому. Ну да. А почему ты сейчас не участвуешь в маркетах? Ну, я просто немного другим занимаюсь. Я опять же говорю, что какие-то вот пиалы я делаю не серийные, а штучные. Там даже вот две одинаковые, они разные. И не тем я занимаюсь. Я занимаюсь скульптурой, я участвую в выставках, в том числе вот в прошлом году в двух выставках участвовал в Музее Всероссийском декоративно-прикладного искусства, совместно с Сашей в том числе вот, ну, привлекал его туда. Вот. Я показываю свои работы либо в галереях, либо так, ну, потому что я не занимаюсь посудой. А керамические маркеты, они по большей части, опять же, Фокерамикс, сейчас рекламирую Фокерамикс. Ну, это можно. Лиза делает интересные события уже и с какими-то вазами, и с художественной керамикой, со скульптурами. Вот сейчас недавно, опять же, во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства проходила выставка Фокерамикс со скульптурами. Вот. Мне больше нравится делать скульптуры. А это я делаю для себя, по большей части. Ну, то есть это не для продажи, я либо в свою коллекцию. Просто, знаешь, как концентрация, потому что как формирование новых нейронных связей в голове, ты по-другому, вот, например, баскетбол, ты кидаешь мяч, какое-то время получается, штангу поднимаешь, техника, uh-huh. методика, музыка то же самое, и вот гончарный круг или какие-то там ручная лепка, это нужно, как вот мы в шпаргалке в Бауманском писали, ты написал 100 билетов, да, 80 билетов там и запомнил, преподаватель говорит, вот типа у этого напечатано, спалили кого-то со шпаргалками, напечатанной шпаргалки нет, а у тебя от руки написано троечка. Да, правда, вот, потому что ты сделал усилия, ты написал все билеты, все прочитал как минимум один или два раза. Вот так же здесь работает. Техника, методика, многократное повторение. И ты можешь просто ни о чем не думать и думать только, как медитация, да, это восточная практика, так же примерно и здесь. Твой мозг сосредотачивается на объекте, который ты держишь в руках, и ты понимаешь, что малейшее движение некоординированное приведет к тому, что ты не сможешь уже исправить это, потому что это центробежная сила, это движение, и ты должен все это контролировать, а контролировать ты только можешь головой, как бы, и руками, ну, то есть связки работы. Вот, ну, не знаю, очень интересно. И помогает. Я советую всем. Сейчас можно прийти. Вот здесь колокол есть, школа, куча всяких школ керамических. Можно прийти, не покупая свое оборудование, и попробовать себя в керамике. Мастера проводят мастер-классы для широкого круга. Хотите с детьми, хотите для взрослых. Там какие-то гончарные свидания даже проходят. Там корпоративы приходят. Корпоратив там с 10 человек просто с шампанским, с вином, с какими-то закусками, кейтеринг, и люди приходят, погончарили, немножко перекусили, выпили и дальше работают. Это интересно, и большинство людей, которых я видел, с которыми общался, которые не связаны с керамикой, с глиной, это непередаваемое ощущение, когда человек пробует. И у него, ну вот ты взял глину, она, во-первых, тактильно очень необычная. И когда ты формируешь изделие и получаешь результат, неважно, там это кривенькое получится, или у тебя сразу получится прямое какое-то интересное, но ты это сделал, и это огромное удовольствие. Давай вот здесь остановимся. Вот с этой серией, с треугольниками. Давай проходи. С треугольниками, не знаю, это какая-то архитектурная, либо природная, как будто какие-то пласты, но, наверное, меня архитектура очень сильно впечатляет и вдохновляет. Это пласты смешанные, соединенные, где-то вот есть трещины, но в целом это, она звучит как будто
Ну, то есть она целая, независимо от того, что здесь есть какие-то небольшие трещины. Эта работа выжила. Они просто очень круто, ну, именно такие интерьерные истории, да, то есть они дают просто сразу много вот этих направляющих внутрь интерьера. Это пространство, да, пространство. То есть оно может быть по-разному. Мне нравится геометричность из треугольников, из каких-то многоугольников. И фактура, здесь ну, достаточно сложная фактура, тоже много обжигов, наверное, около 8 здесь было. И белая глазурь, и фарфор, вот видишь, что-то висит здесь. Можно убрать. Ну, ты вот. Можешь, это твоя. Да, я могу, и это сильно ее не меняет. Ну, в общем, она такая. Ее можно и к стене, на стену смонтировать, и поставить где-то на пьедестал. У меня вообще. Либо подвесить вообще. Она достаточно, ну, она немного весит, около 4 килограмм. Для своего размера это немного. Ого! А, такое, ничего себе! Это была форма из подставки для яиц, да, ну, из картонной. Я ее узнала. Это фарфор с моими печатями. Это обратная сторона. Но ее деформировало. Это вот из дровяного обжига. Это был белый, совершенно белоснежный фарфор, но здесь уже не белоснежный. Это эффект дровяной печи. Вот здесь капелька от соседа. От золы. От золы. Налет, то есть здесь вообще не было глазури. Вот. Но это просто был опыт, я сделал перед обжигом непосредственно. И вот это весь налет розово-коричневый, это дровяной налет из анагамы. Вот. Да, я сама на самом деле пробовала, и ну, только начинала в этом работать. Для меня было вообще всегда загадкой, и так и осталось, когда это ты все красишь, рисуешь, как это после обжига. Но правда, сегодня ты как раз все это подтвердил. Мне бы хотелось поговорить все-таки уже о твоих скульптурах тоже. То есть мы много говорили о работах, потому что мы их держим в руках вот здесь, mm-hmm. и большие скульптуры, что ты работаешь с галереями сейчас? Да, работаю с галереями. Нет, если какие-то... С галереями, с дизайнерами, но в основном все идет, опять же, и в том числе и дизайнеры, и мы, керамисты, хотим, чтобы керамика, она вошла в каждый дом, ну, в каждый дом, где ее хотят видеть, неважно, на нижней полке там стоит маленький кувшинчик, либо это скульптура, которая занимает центр пространства большого дома, какая-нибудь двухметровая. Это совершенно не важно, просто основная цель – показать людям всю красоту керамики, и неутилитарной в том числе. Вот. И, ну, в основном это в галерее или какие-то выставки в государственных музеях. И даже, ну, я знаю, что и дизайнер интерьеров, и в Эль-журнале были, да, твои, ну, работы. У меня были в разных дизайнерских журналах работы. И дизайнеры берут на съемки, на примерки, чтобы посмотреть, как это будет в интерьере. И заказчики иногда покупают, ну, когда они видят, что им это нравится. Опять же, это работы дизайнера, в том числе огромная. Он дизайнер как художник, также он транслирует свое видение, к нему обращаются за тем, чтобы он сделал красиво твое пространство, твой дом, и интегрировал туда картины, керамику, какие-то предметы, антиквариаты, либо ретро-мебель. Вот, как он это видит, и он, опять же, взаимодействует с заказчиком, с человеком, чей это дом. А я взаимодействую, получается, непосредственно с дизайнером и через дизайнера с заказчиком. Иногда напрямую с человеком, кому домой я делаю какие-то работы на заказ. Вот. И это тоже интересный опыт, и это необходимый опыт для людей, для художников. Вот. Потому что невозможно сидеть в мастерской и делать в полку. Опять же, если художник как человек, полностью зависящий от результатов своего труда, когда это не хобби, а когда это 24/7 тебя занимает, даже когда у тебя выходной, ты думаешь, так, вот это надо сделать, у тебя в голове крутится новые дизайны предметов, новые скульптуры, либо то, что недоделано, это не остановимый процесс, вот.
Какую самую большую скульптуру ты делал в керамике? Ну, составные скульптуры, если говорить, то это 1,80 м. Это вот выше меня. Ну вот да, примерно как я 1,85 м. Вот. Тут очень бы хотелось сделать большие скульптуры для каких-то пространств открытых, либо больших закрытых пространств, парков, садов, чего угодно, чтобы люди видели их, и керамика это позволяет. Ну, я бы очень хотел, но я просто не могу здесь. Я делаю небольшие скульптуры, потому что я могу сделать, ее не купили, она осталась у меня, она ждет своего. Если я буду делать 2-метровые, 1,5-метровые скульптуры, то мне не хватит места скоро, и мне придется их выставлять на улицу, чтобы люди их забирали. Наверное, кому-то так понравится, да, когда скульптуры стоят. Вот, но... Так, мы напишем адрес, если Костя надумает это делать. Ну, просто технологически это же достаточно вообще сложно. Ну, я как обыватель спрашиваю, делать составную, вот ты сказал, что это из каких-то частей, они обжигаются отдельно, потом собираются. Да, да, да. Это просто создается эскиз, ты просчитываешь размеры, смотришь. Все посадочные, ну, как инженер, посадочные места, или как дизайнер, или как просто вот, ну, столяр, да, допустим, тебе нужно собрать одно из частей. Ты сначала делаешь целиком, потом разрезаешь, чтобы это влезло в печку, либо ты сразу делаешь из частей, но это, ну, тут тоже много разных технологий, просто делаешь из частей, неважно по какой технологии, потом это собирается, либо это склеивается, либо это на металлические штифты какие-то ставится, чтобы это была конструкция, практически монолитная, она как бы разъемная, но чтобы она не развалилась. Угу. Все нужно просчитать, нужно понимать, где центр тяжести, как оно будет стоять, как оно будет монтироваться к полу, как оно будет выдерживать, если на нее кто-то облокотится там. Ну да, вот. Да. То есть тут куча, масса таких вопросов. Если это панно на стену, допустим, вот сейчас я буду делать 2-метровое панно, и тоже нужно просчитать, чтобы оно не упало, да, а заказчик хочет, чтобы оно еще и при переезде снялось. То есть я не могу просто намертво его вмонтировать. Мне нужно продумать конструкции крепления. Опять же, надо просчитать так, чтобы это все не просто я придумал. Я же не конструкторское бюро. Мне нужно все равно. Я один человек, и мне нужно продумать это так, чтобы это все работало. Потому что одно дело это сделать, а другое дело это смонтировать и сдать проект, потому что, ну, так. Такая ответственность определенная. А вот эта вот большая, на которой все сейчас лежит, такая большое панно, да, получается, ну, многосоставное? Ну да, наверное, около метра оно примерно. Угу. Тоже. Тут где-то было около, не знаю, наверное, около 100 килограмм, даже, наверное, столько, 120. Я спрессовал ногами его, короче, ну, когда это было все глиной. Даже не верится, что это глина, ну, то есть вообще вот не знаю, потом уже, очень не верится. И потом уже вырезал, то есть это все из головы, без эскиза, угу. Я вырезал какой-то рисунок и потом посмотрел, как его можно разрезать, потому что эстетически это, ну, как-то должно сочетаться и подчеркивать, то есть вот, ну, тут, наверное... Нет, наверное, поднимать. Не, ну, можно поднять, но это... Вот, здесь выбрано. Чуть-чуть, чтобы облегчить, получается? Ну да, чтобы облегчить, чтобы лишний вес, несколько килограмм, тут килограмм 1,5, может быть, 5 убрано. Угу. Но это вот прям тяжелая, большая штука. Можно сделать тоньше, но здесь такая брутальность. Да, да, то, что брутально, это, ну, в этом очарование. Ну, то есть, когда ты работаешь вот под заказы, по сути, ты выполняешь роль у себя и конструктора, технолога, там, маркетолога, да, всего-всего? Я всегда независимо под заказ я работаю или не под заказ, я выполняю максимальное количество обязанностей, которые я могу контролировать и сделать сам, понимаешь? Ну, то есть... А нужно ли делегировать? Ну, вот, возможно, или как-то ты не это все, видишь? Не все вещи можно сделать самому. Допустим, какие-то юридические вопросы, естественно, я работаю с юристом. Какие-то логистические работы, естественно, я не повезу на себе, если я могу привести это
компании какой-то доставкой. Вот, поэтому что-то делегировать можно или нужно даже, но если говорить о том, готов ли я делегировать покрытие моей пиалы другим человеком, я не готов. Угу. Я хочу, чтобы это был мой холст, и чтобы оно было так. Я не делаю, ну, кучу работы, как на... Можно, вот, кстати, посмотреть в интернете много видео с производств, например, китайской керамики, корейской, разного качества. То есть, либо это какой-то экстра-класса фарфор, либо это какая-то серийная керамика недорогая или совсем копеечная. Но на производстве автоматизировано все, и куча людей, которые каждый выполняет свою технологию. Один замывает, другой прессует, третий подготавливает массу, четвертый наносит рисунок, пятый глазурует, кто-то доставает с печи. Ты должен быть универсальным человеком, если ты делаешь какой-то продукт, и у тебя нет производства, и ты не хочешь или не готов делегировать, или не можешь в данный момент, ты должен знать как можно больше о том, в чем ты делаешь, чтобы это делать качественно. Вот. Я стараюсь для себя. Это, мне это еще интересно, я получаю это удовольствие, поэтому да, вот нужно делать. Да, но это важно, потому что действительно, как живет художник, ну, я этот проект затеяла для того, чтобы рассказывать, вот, как у каждого внутри этот процесс свой. Мне хочется еще поговорить немножко о реализации, но насколько ты готов, то есть об арт-рынке, о том, какое сейчас взаимодействие с покупателем идет, да, вот ты сказал, что ты работаешь с галереями сейчас, не на маркетах, где ты находишь покупателя, или, может быть, он находит тебя, и насколько вообще художник должен или не должен быть голодным, и кому он что должен? Мне кажется, художник никому ничего не должен, по сути, как просто, не знаю, меня это ставит в тупик, этот вопрос. Художник должен просто показывать людям, ну, если он хочет этого, ну, то есть, иначе, насколько он художник, ну, то есть, после смерти его работы найдут, может быть, да, такое тоже было, или кто-то там голодал из великих, а кто-то не голодал, ну, как бы не хочется голодать, хочется при жизни, при своей получить определенное признание или хотя бы закрывать какие-то базовые потребности свои, занимаясь, опять же, тем, что ты умеешь и тем, что ты любишь делать, создавая какие-то особенные предметы, будь то живопись или скульптура, или digital art, неважно. Вот, ну, ты художник, ты создаешь. И ты, в принципе, если ты, опять же, не делегируешь это менеджеру, который будет за тебя находить покупателя, ну, опять же, менеджер, это определенная финансовая затрата, потому что это процент. Ну, как и с галереями, как и везде. Но вот ты сам решаешь, с кем тебе работать и как тебе работать, как тебе комфортно работать, как комфортно. И тут нужно, чтобы работа с галереей либо с дизайнером, нужно, чтобы всем было, тебе было комфортно работать с ними, и им было комфортно работать. И все получали от этого определенную выгоду, и все были довольны. Тогда это вот, ну, идеальный симбиоз, мне кажется. Тогда люди к тебе обращаются, и всем красиво, и всем хорошо. Вот, мне кажется, на этом строится. Ну, то есть, и работа с галереями, ну, по-разному. Мне кажется, мой основной принцип, как вот говорила учительница моя в школе по английскому, honesty is the best policy, что по-русски переводится честность, лучшая политика. Художественный мир маленький, и как бы нужно уважать друг друга. Неважно, это галерея, или это художник, или это куратор, нужно общаться. Я не могу там тусоваться постоянно, мне не хочется. Ну, то есть нет сил там ходить на постоянно какие-то мероприятия. Я периодически там на каких-то бываю или какие-то свои выставки. Но общаться нужно поддерживать общение с коллегами, нужно поддерживать общение с арт-миром, не быть в отрыве, понимать тренды и как бы что ты делаешь, и как это в контексте сегодняшнего дня общества, как это воспринимается,
нужно просто быть актуальным, наверное, не знаю. Ну, в любом случае, если твоя работа не всем нравится, для кого-то они все равно актуальны. То есть даже если у тебя маленький круг почитателей, вот, как-то так. Ну вот сразу такой хочется попросить у тебя совет для начинающего, наверное, человека. Вот он пошел на курсы, о которых мы говорили, допустим, начал создавать какое-то свое творчество и уже там, не знаю, начинает смотреть и изучать художников вокруг. Как ему находить, может быть, покупателя? Что бы ты посоветовал? Я не могу, да, угу. Мне кажется, тут нет никаких... каких-то таблеток от всего или каких-то универсальных советов. Все зависит от человека. Как бы я бы посоветовал работать много, то есть постоянно нужно совершенствоваться, нужно не давать себе передышки, потому что вот как у спортсменов или там балетом, кто занимается, если ты неделю не тренировался, ты уже не в той форме, и ты не можешь это сделать. Поэтому бесконечно нужно делать, нужно находить время, и ты должен понимать отчетливо, что если ты решил добиться какого-то уровня, неважно, высокий любительский уровень или профессиональный уровень, ты должен постоянно этим заниматься, ты должен совершенствоваться, и нельзя стоять на месте. Тогда все будет. Вот в плане развития я могу дать только этот совет. А коммерческие, как-то коммерческий успех или какие-то способы продажи, я не маркетолог, но не знаю, для этого специально обученные люди есть, которые этим занимаются и которые за это получают деньги. Вот, и все индивидуально. Главное работать, главное стараться делать, смотреть на то, что делают другие, и делать что-то свое, общаться с людьми, читать, смотреть какие-то видео, где люди показывают свою технику работы с материалом, неважно с каким. Вот, совершенствоваться только так, не знаю, постоянная работа. То есть это керамика, это не увлечение. Может быть увлечение, если для вас это хобби или какая-то отдушина. Да, это может быть такое. Если вы хотите добиться определенного уровня, то это постоянная работа. И это ожоги, мозоли, это травмы, это работа в респираторе, работа с грязными руками по локоть. Ты можешь выйти там в метро, у тебя глина на лице, люди на тебя смотрят, в чем ты, а у тебя там одежда измазана. Да, то да, есть, да, ну, как знаком. Ты перестаешь там воспринимать по-другому уже. Ну, то есть, ну и ладно, как бы. То есть, как, вот. Так, в общем-то, работать, еще раз работать. Там мне когда-то, когда мне было 16 лет, папа говорил, если ты делаешь что-то, делай. А я тогда не понимал. Сейчас я понимаю, да, что нужно больше работать. Если тебе нравится, работай, тем более, если нравится, будет все получаться. Если сейчас не получается, вот с гончарным кругом я сел, у меня сначала там не получается, потому что я не работал каждый день за ним. Но ты 10 раз попробуй, 10 раз у тебя не получится, на 11 раз у тебя что-то получится, а потом у тебя в голове отложится, придешь на следующий день, еще что-то сделаешь, и ты работаешь каждый день, или там 5 дней в неделю, или 3 дня в неделю, и со временем у тебя получится то, что ты хочешь. Да, я видела, что ты на гончарном круге гончарил прям большую, большую работу. Да, это воркшоп был, вел его Михаил Бывших, известный народный российский гончар и художник по керамике, скульптор. Под его руководством я вот пришел, ну как бы я не с нуля пришел, естественно, и там была группа с достаточно большим опытом, да, сделал вот вазу. Ну, к сожалению, не очень хорошо я сделал ее, она развалилась, но достиг высоты 50 с лишним сантиметров. Интересный опыт. Как всем советую ходить к хорошим мастерам, искать хороших мастеров, смотреть, что они делают, и идти к людям, которые знают, что они делают, и которые могут научить. Это очень важно. Вот просто важно, во-первых, смотреть видео, во-вторых, практиковаться и ходить учиться у кого-то. Неважно, ты будешь на одно занятие сходишь или там на несколько месяцев. Это очень важно. Потому что техника и методика – это основополагающие принципы в работе с глиной, в создании керамики. По-другому никак не получится.
Да, я с тобой согласна вообще. Ну, вот очень сильно откликается, правда. Сюда я хочу поговорить вот про эти работы со стеклом. То есть ты же добавляешь не только, да, ну, то есть кроме глины уже появляется... Ну да, я немного экспериментирую со стеклом, но для стекла нужно, ну, это отдельная сфера, как бы. Они как брат и сестра, то есть силикаты, по сути, по химии, и глина, и керамика, и стекло, но немножко разные, там немножко разные свойства, достаточно сильно они близкие. Это просто стекло из окон и из бутылок я использовал и залил. Сначала сделал форму. Со светом просто? Со светом, да, классно, когда она смотрится. Подсвечена. С одной стороны глянцевая, с другой матовая. Здесь это сделано в массе, окрашены. Она вот как будто бы даже вообще такие каменные. Да, это как мрамор, как вот мрамор. Это да. Техника, где масса окрашена, и она не просто не поверхностное декорирование, она просто в куске. Вот так она разрезана, угу. И выглядит везде как дерево, или как вот тополиный кап, или какой-то карельская береза, что-то такое. Вот. Или как камень какой-то, все запыленное, конечно. Вот, в общем... Да, надо такой предмет. И это специально экстремальное охлаждение, чтобы потрескалось, да, так интересно, потому что свет преломляется по-другому, если целый, если не целый. Это получается панно. Да. Это пласт такой, как панно, да, и здесь всякие расплавленные детали от сотовых телефонов, вот оно поплыло сюда. Здесь стекло из сотовых телефонов, из айпада. Здесь глина, которую я собрал, здесь зола, камешки какие-то, глазури, пигменты разные. Короче, тут очень много всего. И получаются вот такие странные цвета. Ну, то есть они переливаются совершенно неконтролируемо, это полная абстракция. Здесь какие-то камни, куски глины, крошка. Да, давай посмотрим. Просто, что они все разные. Да, все разные. Эта серия, она, в общем-то, одинакового размера, похожая. И вот, наверное, это мой. О, да. Самый любимый глаз. Это как будто какая-то фреска, знаешь, в старом храме или... Где-то деталь какая-то, знаешь, из-под кучи краски или просто какой-то арт, как в старых домах, знаешь, вот это все покрашено, облупилась краска, и тут проступает какой-то рисунок на стене. Да, много-много слоев, да, то есть там красили синим, потом здесь коричневым, тут все снимали. Огромная многослойность и большое количество обжигов, то есть тут тоже десятки обжигов, каждый раз что-то добавляется. Где-то стекла не хватало, я добавил стекла, где-то золы подсыпал, где-то зола полностью расплавилась, где-то чуть-чуть, какие-то камешки в золе попали, что-то еще, вот глина это выкопанная в Псковской области. Здесь вот тоже нижний цвет, это дикая глина. Вот он что-то вот отстрелил немножко, отвалился кусочек. И в завершение я хочу тебе задать такой вопрос. Назови три вещи, главные для тебя в искусстве. Ну, в твоем искусстве, конечно же, в первую очередь. Вот это да. Не готов был к такому вопросу. Не знаю, мне сложно. Блин, давай это, да, надо подумать было. Я так не могу ответить. Главное искусство. Это как назови свои три любимые книги или там три любимых фильма. Да-да-да, это такой же тупик на самом деле, но знаешь, просто по вопросу я его задаю всем, и по нему немножко становится чуть-чуть понятнее, насколько мы все разные, и важные вещи у каждого свои. То есть то, что вот является основополагающим для твоего творчества хотя бы, про свое искусство. Для моего творчества, мое творчество про природное, я не знаю, про стихии, про какие-то места, в которых я был или никогда не был, допустим,
про горы, про среднюю полосу, про реки, я не знаю, про деревья, про камни, про кирпичи. Вот все, что я вижу, фактуры, наверное, основное это фактуры. Фактуры, цвета и формы. Фактуры, цвет и форма. Вот, не знаю, вот в моем творчестве это основное. Я хочу передать через то, что я делаю, окружающий мир в фактурах, цветах и форме. Вот. В общем-то и все. Очень круто. Спасибо тебе за это интервью. Спасибо. Друзья, спасибо вам, что были сегодня со мной и в гостях у Константина Станового. И обязательно пишите вопросы Косте, может быть, они какие-то возникли в процессе. Заглядывайте на его страничку, делитесь этим видео и пишите, с какими еще художниками вы бы хотели познакомиться, побывать в их мастерских. Спасибо вам, вдохновение.